Привет, друзья! Сегодня хочу рассказать о том, как удалить Telegram с телефона, вернее свой аккаунт. Эта инструкция универсальная и подходит как для айфонов, так и для телефонов на базе Android. Разница будет только в интерфейсе самого приложения. Очень важная деталь – аккаунт удаляется раз и навсегда. Поэтому хорошенько подумайте, стоит ли это делать. Открываем Telegram. Нажимаем на три полоски. Выбираем настройки, опускаем страницу вниз, нажимаем вопросы о Telegram и видим, что здесь все на английском. Опускаем страницу ниже и находим раздел «Your аккаунт». Здесь нажимаем на строку «Delete your Telegram аккаунт». И открывается вот такая страница. В верхней части экрана нажимаем Deactivation Page. И открывается страница во встроенном браузере. Здесь нам нужно указать номер телефона, на который зарегистрирован данный аккаунт. Вводить нужно с кодом страны, то есть если вы находитесь в России, выводите плюс 7, 900 и так далее. Вводим номер. Номер я ввел. Нажимаем Next. И ждем код, который придет на телефон в виде SMS-сообщения. Он также может прийти в сообщении в самом Телеграме. Вот так он может выглядеть. Копируем его и вставляем, либо вводим вручную. Я указал код, теперь можно нажать Sign In. Если все сделано верно, вы увидите вот такую страницу. Здесь вы можете указать причину удаления или просто нажмите «Delete my аккаунт». Осталось подтвердить действие. Если вы нажмете «Yes, delete my аккаунт», он будет удален полностью и безвозвратно. Если готовы, нажимайте. Аккаунт был удален из системы. Если вы снова зайдете в Telegram, вам предложат пройти регистрацию. Если вам помогло это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии.